Зачем туристы-экстремалы едут в Армению? Спросим у директора туристической компании Ларисы Мкаян. Она на связи с нашей студией из Еревана. Лариса Муратовна, здравствуйте. И вот такой вопрос. По официальным данным, за последние несколько лет туристический поток в Армению вырос в 3 раза. И вот только за прошлый год рост 19%. Можете сказать, в общем потоке туристов, приезжающих в республику, вот число экстремальных туристов насколько выросло? Однозначно, конечно, такие цифры вам скажут более наши официальные как бы лица, то есть это комитет по туризму. На мой взгляд, это порядка 10-15%. А из каких стран вот больше, чаще приезжают любители острых ощущений, вот эти самые туристы-экстремалы? Стоит отметить, что очень много россиян, также представители европейских стран. А если говорить о том, вот почему едут в Армению, что привлекает больше вот этих туристов, которые едут за острыми ощущениями? Это уникальные виды, уникальная природа Армении, или здесь играют роль еще и экономическая составляющая, то есть цены на путевки? Ну, я думаю, что, конечно, во-первых, если мы берем россиян, то это прямой перелет и перелет недалекий. По ценам, естественно, конечно, цены ниже, чем в других каких-то таких странах. Поэтому я думаю, что можно отменить и цены, ну и, конечно, уникальные природные ресурсы Армении. В Армении вы можете увидеть и горы, и реки, то есть изумительная природа. Когда я спрашивала своих туристов-экстремалов из Австрии, что им именно, что им нравится в Армении. Это, конечно, они в первую очередь отмечают нестандартные ландшафты, которые трудно встретить в других местах. То есть это сочетание горы и реки. И все это можно увидеть в одном месте, и все это доступно, и все это можно объехать как бы не за такое долгое вот время, период времени. На самом деле, еще в 2011 году журнал National Geographic составлял рейтинг. Рейтинг стран для экстремального туризма. И вот в нем Армения попала в тройку самых лучших стран. Ну, вот природные условия – это одно. А есть же еще туристическая инфраструктура. Ну, то есть это отели, какие-то подготовленные маршруты, базы, профессиональные инструкторы. Ну, это целый комплекс. Вот в этом направлении что сделано? На каком уровне сейчас сервис находится? Во-первых, в Армении создана ассоциация по приключенческому туризму, то есть разрабатываются маршруты. Очень много что еще можно сделать. Зачастую привлекаем европейских как бы специалистов для разработки таких же маршрутов. И потом, я думаю, что, конечно, стоит особое внимание обратить на вопросы страховки, потому что экстремальный туризм всегда связан с какими-то возможными как бы чрезвычайными происшествиями. Поэтому по этому пути считаю, что Армении очень многое что нужно сделать. И над этим работаем, то есть не так, что этот вопрос на самом деле отложен. Экстремальный туризм — занятие такое, увлечение не из самых дешевых. И вообще среди экстремалов достаточно много, хватает весьма состоятельных людей, которые готовы платить много, но при этом они требуют сервис на самом высшем уровне, то есть вот по верхней планке. Как вы считаете, есть шанс вот таких туристов переманить в Армению, ну, например, из Швейцарии? Я считаю, что шанс всегда есть. Кроме этого, хочу сказать, что есть большое желание для этого. Поэтому не хочу говорить какие-то конкретные сроки, но, естественно, над этим работаем. И очень бы хотелось, чтобы все наши состоятельные туристы выбирали именно Армению для вот такого вида, как бы особых видов экстремального туризма. Ну вот я сейчас вернусь чуть назад, к тому моменту, которого вы коснулись. Итак, вопрос о безопасности туристов-экстремалов. И в свое время в России МЧС составила рейтинг летальности среди экстремальных туристов. Вот чтобы не ошибиться, еще раз подчеркну, что это рейтинг российский, это составлено в России. Из 10 тысяч альпинистов в горах гибнут 24. Из 10 тысяч тех, кто сплавляется по горным рекам, 15. В лыжном туризме 5. В горно-пешеходном 4. И вот из того же расчета на 10 тысяч человек, скажем, к примеру, да, в дорожно-транспортных происшествиях людей гибнет в разы меньше. Ну, я подозреваю, что вот эта статистика, она для всего мира примерно одинакова, да и для Армении тоже. Вот как обеспечить, то есть о страховках мы говорили, да, как обеспечивается безопасность тех, кто приезжает по путевкам вот за экстремальными ощущениями, и есть ли какой-то контроль над теми туристами-экстремалами, которые едут неорганизованно, но дикарями?
Ну, над дикарями, конечно, мне трудно сказать, что есть контроль или нету, но что касается организованных туров, во-первых, группы всегда небольшие, зависит еще от восхождения, от трудности, от сложности. В любом случае, это проводник в начале и в конце группы, то есть группы небольшие, не более 7-8 человек. Что касается дикарей, то есть, слава богу, то есть мы как-то тоже следим за нашими информационными передачами, сказать, что постоянно мы что-то слышим, какие-то... ЧП и прочее не слышали. Был недавно случай, но хочу сказать, что когда это неорганизованные люди, вы знаете, то есть то же самое, наверное, и в России, то есть мы не можем за ними следить. В любом случае нужно это делать с профессиональными инструкторами, которые, соответственно, и следят за группой, и обеспечивают ее безопасность. На то и экстремальный вид спорта. Есть у меня знакомые альпинисты, они, да, они поднимались на гору Арагац, это наивысшая точка Армении, насколько я знаю, но они поднимались дикарями, но вот при этом я за них не переживал, потому что они сами профессиональные инструкторы, они занимаются этим туризмом давно. А вот если, например, я захочу ее покорить, я не альпинист, да, вот куда мне обращаться? Существуют какие-то организованные такие туры? Добро пожаловать. У нас есть сейчас очень хороший сайт туристический. И в этом случае вы выбираете себе достойного как бы партнера, выбираете, однозначно советую, что нужно это делать с профессиональными людьми и обращаться в профессиональную туристическую компанию, которая предлагает экстремальные услуги. Угу. Еще такой момент, тут тоже есть вопрос. Интересно уже просто из любопытства. В Армении... Горы есть. Есть наверняка пещеры. Вот я слышал, что в некоторых странах для экстремалов устраивают такие спелеологические экскурсии. Экскурсии, многодневные походы под землей по пещерам. В Армении такая услуга есть? Вот есть такие маршруты? Такие услуги есть. Может быть, не все пещеры пока освоены. Наверное, вы слышали про птичью пещеру, где был найден самый древний как бы ботинок кожаный. Куда можно подняться, можно подойти. Это находится недалеко от Еревана. То есть можно даже вот в однодневный тур уложиться. Так что, если надумаете, добро пожаловать. Будем рады такого плана туристам. Ну и в качестве итога такой финальный вопрос. Вот на ваш взгляд, подводя итоги всего нашего разговора, назовите три главные причины, по которым туристу-экстремалу необходимо приехать в Армению. Во-первых, конечно, это изумительная красоты природа. Это раз. Второе, это необычайное гостеприимство армянского народа. То есть любой экстремал, то есть он познакомится и с культурой, пообщается с людьми. И, конечно, третье, это всегда почти что солнечная погода, особенно сейчас. Так что добро пожаловать. Спасибо, но я бы от себя выделил еще и армянскую кухню. Мнение директора туристической компании Ларисы Мкаяда о перспективах развития экстремального туризма в Армении.